Вот у нас веселый сегодня день. Мы на даче гуляем, да, веселимся. Гуляем. Малыш с дедушкой в футбол играет. Мангал у нас зажжен. Красота. У нас сегодня 19-е. 19-е же сегодня? 19 апреля. Жара как никогда. Наверное, на солнце градусов 25 точно. Так что вот, приехали на дачку, резвимся. Еще такого тепла не помню даже. Меняется климат. Скоро на юге будет север, а у нас в Сибири будет жара. Да? Да. Муж. Так что красота, отдыхаем. Оставайтесь с нами, кто хочет наш сегодняшний день увидеть. Праздничный, дачный. Вот она я на солнышке сижу. Греюсь. Кайфу. Мангал у нас. Горет огонек. Красота. Скоро мяско пойдет сюда на огонек. А жара прям. Он у меня супруг загорает. Реально, никогда еще в апреле такого не было. Красотища прям. Наслаждаемся. Гуляем. Тут у нас импровизированная песочница. Скоро сделаем хорошую, поставим вот на эту кучку песка. Малыш играет. Там мама уже грядок насадила. Малыш, он с кухонькой играет. Вынесли ему на улицу с домика. На улице сегодня красота, солнечно. Варит кушать. Ты кушать варишь? Ой, как плита громко работает. А, это вода наливалась? Раньше тут горелочки горели, залили водой, перестало все гореть. Бабушка, он с дедушкой там делают шашлычок. Бабуля замариновала. А мы тут гуляем. Старший сынок побежал. Что там, жучок? Вот на сливке уже такие, как цветочки. Мама сказала, это будут такие цветочки. Я думала, это листики набухают. Нет, это будут цветочки на сливке. Вкусная такая сливка, мелкая, но очень вкусная. А здесь уже смородинка. Видите? Листики появляются на смородинке. А здесь уже тафтеньки не очень. Листики еще вылезли. А это вот тут вот прям, смотрите, зеленая. Люблю чай с листиками смородины, молоденькими. Красота. Там соседний участок. Гуляем, травка уже вот влазит, зелененькая. Так, сейчас посмотрим. Тут мяско уже мама замариновала. Положили на решеточку. Мама нанизывает шашлык. Как ты мариновала, расскажи. Как? Свой рецепт, проверенный годами. Чесночок, лучок мелко порезала, помяла ручками. Ой, как пахнет уже вкусно. Куркума, базилик, потом, как ее называют? Ой, не паприка, как же она называется? Для шашлыков. Ты как шашлычница, аджик. Аджика. Ну и все, наверное. И кефирчик. И кефирчик. И сколько у тебя мариновалось? А, еще лаврушечка здесь. А, есть. Пахнет. Сколько мариновалось? Угу. Ну, я вот засолила во сколько? В 7, 8, 9, 10, 1, 12. Сейчас тут куда? Часов 5. Три уже. Часов 5, наверное. Ага. Не знаю как. Когда на твоем канале-то будут новые рецепты? Ай. Сейчас некогда. Некогда, да? И не хочется. Не хочется. Нет. Это как по настроению. Настроение есть, буду снимать. Нет, не хочется. Ну, ясно. Вот куличи пекла, не снимала. Не хочется. Вот так. Природой дышишь, да? Да. На даче хорошо. Да, самое главное. Ну ладно, дальше нанизывай. Всё, не давайте, буду тебя отвлекать. Не мешайте. Так что будем ждать вкусный шашлык от родителей. Дед сегодня мангальщик у нас. Эти прячутся от камеры. Не любят они показываться. А мы вот так катаемся. Дед ему придумал, веревку привязал.
ну, как это, провод. И он меня заставляет его вот так таскать. У нас и велик тут есть, на велике. Боюсь еще, чтобы он ездил. Поэтому вот так его таскаю. Вон у него площадь какая для игр. Поехали мы кататься. Мячик тоже привезли. Так, выезжай на дорогу сюда. Выгребай. Вон они, родители мои. Давай, давай, давай. Ногами упирайся. Упирайся. Вон, вызвали папу с домика, будет его катать. Смотри, чтоб ноги успевали у него. Покатил, еле ногами успевает шурудить. А это у нас яблонька старенькая уже. Еще я была маленькая. Она была, были вот такие огромные, прям на ней яблоки. Вкусные, нежные, сладкие. Там грушка дальше у мамы растет. Такая вот дачка гуляет. Вперед посмотри. А я отдыхаю. Старший сынок, он бегает, что-то не в настроении. Не в настроении парень. Побежал. Процесс идет. Румянится мяско. Дымочек. Красота. Парень катается, резвится. Замечательно. А я тут видела это. Мангал такой. Видела такой мангал. О, не мангал, а как казан. На дровишках прям готовится. Так мне тоже захотелось такой мангальчик. А, казан. На дровах прям. Дровишки под низом зажигаются. У нас тут ранетница и жимолость. Тоже вот уже листочки. Природа проснулась. Где такие листочки у нас? У жимолости. Жимолость самая ранняя ягодка у нас тут в Сибири. Опа! Кто там за забором? Ничего себе ты маскировочно оделся сегодня. Сливаешься, тебя даже на камеру тебя не видно. Вот я глазами тебя вижу, а на камере тебе... А сейчас видно. Ну-ка еще раз прячься. Вообще не видно. Серьезно, потом посмотришь, промотаешь видео, посмотришь. Даже тебя не видно. Видишь, как ты маскировочно сегодня нарядился? Молодец. Вот природный цвет. Вот у нас жимолости тут. Сладенькие первые ягодки. Так всегда хочется первых ягодок. Вот она, красавица. А здесь у мамы виноград. Видите, на заборе декоративный. Сейчас, когда распушится, будет так здорово. За забором будет ничего не видно, будет красивый зеленый прям забор. Кто это такой красивый? Не я. Он зарос весь, да? Надо подстричь его, не могу себе. Ты расскажи, что ты мастеришь. Не хочет что-то сегодня, не в настроении. Может, потом захочет, расскажет, что он мастерит. Парень наш. Здесь вот тоже еще жимолость в тенечке. Красиво, вот эта идея такая прям для забора. Виноградом все плентено. Здорово. Мама зовет грушу, хочет вам показать. Сейчас пойдем, я в сланчиках. Можно даже, кстати, носки снять уже. Ну, классно. Набираются. Ну пойдем, покажешь. У меня руки. Ну и что, пойдем. Сейчас мама вам покажет, грушкой хочет своей похвалиться. Я так сдалека уже ее показала. Ну-ка, вот. Начинает цвести. Вот. Вот. То есть сначала цветы, а потом листья? Да, да. Вот, смотри, видишь, начинает. Вот это все цветы. Ты хочешь сказать, вот это цветы? Ну вот тогда сюда. Это не листики? Вот, вот цветы. Вот, вот, будут цветы. Смотрите, цветы. Вот. Сейчас я, чтобы яблоньку пока не сломать, пролезу тут. Вот. Видишь, это все будут цветы. Смотрите, это цветы, мама говорит. А я думала, это листья. Нет, листья будут. Какая с меня дачница. Листья потом будут. Видите, вот это, оказывается, цветы. Да. Какое чудо природы. Ну вот на этом месте будут цветы. Это как бутончики, да, получается? Вот, еще только начинает, видишь. Посмотрите, какая красота. А вот на этой вот не будет цветов, видишь? А на этой веточке нет, будут листья. Видите, как отличается?
Ага. Получается всего одна веточка, да? Нет, и вон, да посмотри наверху. А-а-а. Просто солнце, видишь? Но столько груш-то все равно не будет. Нет, осыпется несколько. Да? В том году-то мало было. А вкусные-то были? А ты же пробовала. А, вкусные, кстати. Помнишь, вкусные, кстати. Я с них пирог пекла, прям шарлотку. Кстати, вкусные были груши, точно. Родители уезжали на юг, а мы хозяйничали. Видите, какая с меня хозяйка? Цветы от листьев не отличаю. Хозяйничаю. Цветы от листьев не отличаю. А, вот еще. Уже сегодня такой экспресс, как сказать, обзор. А вот здесь вот малинка. Тут малинка растет. Вон малыш катается, классно. Я говорю, у нас прям никогда еще, наверное, в апреле так тепло не было. 19 апреля, 25 градусов. Красотища просто. Вот детям привольно как. Кто в частном доме живет, как хорошо. Стоим, караулим. Там не ходи, там еще. А это стоим. Же прожари ее, она же сырая. Караулим. Просунь туда, чтобы прожарили. Бабушка тут руководит шашлычным процессом. Идти к тебе? Хорошо, сейчас. Ждем, не дождемся, уже слюни текут. Красоты. Сейчас. Сейчас меня сынок старший зовет, что-то хочет показать. Пойду. Посмотрим. Старший где-то мой сыночек тут спрятался. Где ты спрятался тут? Арсений! Арсений! Ты зачем меня позвал? Арсений, я тебя зову. Здрасте. Здрасте, что ты меня позвал? Что ты в малине лазаешь? Лазутчик, что ли ты? Заросы же, надо постригать, не надо, да? Меня постригать. Будешь волосатый? Да. Можно и волосатым, волос у тебя красивый, да? В тенечке тут ходишь? Нет, нет. Кайфуешь? Секретное место. Секретное твое место? Ну давай. Ладно, покажу вам уже готовый шашлык. У меня здесь секретный дом. Секретный дом там наверху? А, кому хочется на лестницу залезть? Давай, залезай. Я его провожу. Не надо, не надо. Мама боится высоты. Я туда не лазу. Тут уже шашлычок. Тут уже муж на фоне хрустит огурцом. Вот такой у нас полевая кухня. Праздничная, очень вкусная. Шашлык очень вкусно мама промариновала. Вкусно. Мама, и соль отлично. Да? Отлично. Так что всем приятного аппетита. Кушает с нами. Мамина пасочка, мамин куличик вкусненький. Она по какому-то рецепту делала, 8 часов выдерживала. Венский кулич. Венский кулич. И вот булочки тоже с этого теста, да? Да, ну булочки не надо с этого теста печь. Да? Не рекомендуешь? Нет. Только кулич. Папа, как тебе булочки? Руслан! Вот наши с мамой пасочки. Тут муж буянит. Буянит. Знаете уже, что он буйный. Уже привыкли, кто смотрит постоянно. Так что у нас сейчас будет чай пить. Бабушка с Арсением будет чокаться яичками. Ой, мой, какой красивый цыпленок. Давайте. Вы так делали в детстве? Да. Бабушка победительница. Давай другую сторону. Так он все яйца перебил нам дома вот этим яйцом. Оба, молодец. Давай я теперь. Вот сюда давайте. А тут я вас снимаю. Так, давайте. Сейчас давай. Арсений, победитель! Я тебя не снимаю, ты же голый загораешь. Арсений, у нас победитель. Давай. Оля, зовут меня. Пошла я. Младший сын кричит. Оля. Давайте биться. Ну-ка. Да, у вас это не давай. Менее, чем песок просеять. Да, есть. Он хочет... Мама, а стой! Что, ты просеять, ой, да, молодцы! Я выиграл! Сава тоже выиграл! Давайте победила ничья, молодцы!